дорогие слушатели, возможно, вы сейчас устали, но, пожалуйста, уделите минуту моему позванию. Я могу рифмовать на ходу, правда, делаю это плохо. Поверьте, гораздо лучше в бреду закладывать уши морохой, или как там ее, морожка. Подскажите, специалисты по слову, вы же поэты все. Гости непрошенные на пороге у Бога. И если сейчас не произойдет чудо, если рифмы не подберется, то что же тогда? Биться в испарине, биться в испарине. Или так, с пеплом сметется. Простые стихи сочинять сложно. Сложнее идти от сложного до простого. У меня в запасе есть пара косяков. И да, конечно же, слово. Браво!